Здравствуйте. На первой странице сегодняшнего номера читайте материал о том, что площадь у Павелецкого вокзала скоро украсит новая скульптура. УАО РЖД подвело итоги конкурса, который назывался «Вокзал для двоих». В финальной части конкурса приняло участие 21 авторская работа. Победителем конкурса стала арт-группа коллектива «Артефакт». Это очень молодые скульпторы и архитектор. Самому старшему из них чуть более 20 лет, 25 лет. Победившая на конкурсе скульптура представляет из себя композицию, в которой молодой человек и девушка прощаются на перроне под часами. Работа выполнена в стилистике 50-х-60-х годов прошлого века, что очень удачно вписывается в архитектурный ансамбль площади у Павелецкого вокзала, где очень много зданий, выполненных как раз в стиле «Сталинский ампир». Конкурс проходил в форме интернет-голосования. Так вот, за работу победителя отдали свои голоса 26,2 интернет-пользователей. Это наибольшее количество голосов. Теперь УАО РЖД будет ходатайствовать перед правительством Москвы о том, чтобы после реконструкции привокзальной площади на ней была установлена эта замечательная скульптура. Подробнее об этом читайте на первой странице сегодняшнего номера. В сегодняшнем номере нашей газеты мы рассказываем о новых технологиях, которые позволяют ускорить перевозки грузов как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Как рассказал в нашей газете начальник экономического департамента Смоленской области Виктор Кожевников, в июне нынешнего года на границе России и Белоруссии, недалеко от города Смоленска, на терминале «Красная Горка», ведут так называемое суточное прохождение оформления всех таможенных процедур. Предполагается, что 150 грузовиков с различными продукциями, прибывающими из стран Западной, преимущественно Европы, будут здесь всего за сутки проходить все процедуры. Для этого на терминале уже работают 10 таможенных служащих, а в июне их будет уже около 30. Благодаря этому удастся за минимальные сроки реализовывать все необходимые процедуры, а это означает, что на границе станет меньше автоколонн, которые перевозят нам столь необходимую продукцию. Одновременно Виктор Кожевников рассказал, что в перспективе в Смоленской области должна появляться и новая услуга, а именно перевалка грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный неподалеку от этого терминала «Красная Горка». Правда, по его словам, для этого необходимо еще будет построить от проходящего неподалеку автокоридора до железнодорожной станции удобное сообщение и организовать совместную работу железнодорожников и автомобилистов. Но это принесет так называемый мультипликативный эффект при реализации смешанных перевозок. Скажем, прибывающие в Смоленск грузы в отдаленные регионы России будут сюда приходить по автотранспорту из Европы, затем переваливаться или перегружаться на железнодорожные вагоны и затем следовать на расстоянии несколько тысяч километров уже с помощью железнодорожного транспорта. Таким образом, эта перевозка, во-первых, гарантирует стабильность доставки, безопасность, сохранность груза пути, а главное, ускорит эту процедуру, что, конечно, принесет большой экономический эффект всем заинтересованным сторонам. В традиционной для «Гудка» еженедельной рубрике «Россия. 21 век» на сей раз на седьмой полосе выступает известный музыкант, видный общественный и культурный деятель Валерий Гергиев. Как известно, он недавно вернулся из поездки с пасхальным фестивалем по регионам страны на своем выделенном УАО РЖД специальном поезде. И вот во время этой поездки наш корреспондент взяла у мэтра и у маэстро интервью. Он размышляет о состоянии культуры в обществе, о том, как он воссоздает всероссийское хоровое общество, председателем которого недавно был избран. Каково положение дел с этим видом творчества в регионах. И он утверждает, что искусство изменит мир к лучшему, безусловно. Как известно, закончился конкурс «Евровидение». Там побывала наш корреспондент, и теперь она дает заключительный репортаж о завершении этого конкурса, о финальной части конкурса, где наша Дина Гарипова заняла 5-е место. Как утверждает автор, Дина Гарипова была очень рада этому своему 5-му месту.
отметив, что это тоже цифра 5, это значит отлично. Ну, вероятно, для нее это отличный результат, мы все очень болели за нее. В этом материале вы, прочитав его, вы сможете получить ответы на многие-многие другие вопросы. О том, как проходил конкурс, о том, в какой атмосфере, какие были новые знакомства, ведь у Дины была солидная группа поддержки во главе с ее мамой, во главе с ее наставником по голосу Александром Градским. По окончании конкурса Дина выступила вчера в Москве в Крокус-Сити-Холле с концертом. Это тоже большой подарок меломанам и любителям песенного творчества.